Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Tema. Luna martie, doi deputați, Alexandru Nesterovski și Irina Lozovan, au părăsit fracțiunea și Partidul Socialiștilor, au devenit deputați independenți, sunt în proces de creare a unui nou partid politic. Mai multe lucruri trebuiau să fie spuse, au mai rămas anumite nelămuriri. În aceste condiții, noi am decis să-l invităm pe unul dintre protagoniștii istoriei, pe deputatul independent Alexandru Nesterovski, în studioul nostru, pentru a discuta ultimele evenimente politice și planurile dumnealui de viitor. Господин Нестеровский, добрый вечер. Здравствуйте. Да, мы переходим на русский, так чтобы было как бы удобнее и вам, и нам в общении. Вот в середине марта вы покинули партию социалистов и фракцию, стали независимым депутатом, сказав, что социалисты должны были стать лидирующей оппозиционной силой, но они не стали. Это был главным поводом вашего выхода. Кстати, социалисты после этого очень сильно обиделись. Мы видели это, даже организовали, как я понял, акции возле вашего дома, протеста, инициировали этот проект для того, чтобы отнять мандат у тех, которые покидают политические партии, парламент в таком виде. Как вы к этому отнеслись? Почему вот вы все-таки посчитали, что нужно выйти, сделать этот шаг, который, конечно же, создал определенные неудобства для вас? Ну, прошло уже более полутора месяцев с этого времени, и мне не очень бы хотелось на эту тему говорить, но если есть вопрос, я отвечу. Как бы с этого начнем. Уже интересно говорить, да, о том, что происходит сейчас, и о будущем, чем о прошлом, и тоже прошедшее. Вышел, потому что действительно были и тогда, и на данный момент мы готовы бороться в первую очередь на улице. И считаем, что борьба должна происходить в первую очередь на улице с помощью мирных, я каждый раз подчеркиваю, протестов. Потому что, к сожалению, на данный момент оппозиция в парламенте практически ничего не решает. 63 мандата у ПАС, они творят, что хотят, насилуют Конституцию, юстицию и все остальное в извращенном способе на постоянной основе. И, к сожалению, оппозиция в парламенте это остановить не может. То есть парламент может быть интересен только как трибуна, чтобы высказывать свою точку зрения, но этого мало уже. То есть ты должен высказывать и свою точку зрения, и выходить вместе с людьми на улицу, бороться на улице. Последняя, кстати, капля, это был предпоследний митинг движения «Пентру Попор», когда массово останавливали автобусы, скручивали номера, пинали пенсионеров, арестовывали подростков и детей. То есть вот это был последняя капля, после которой многие из нас, из социалистов на тот момент смотрели, не могли понять, почему мы сидим дома и наблюдаем за всем этим со стороны. Поэтому и было принято решение. Вы имеете решение. В виду руководство социалистов или членов? Простые, скажем так. Простые члены партии. Поэтому было принято решение выйти все-таки с людьми, выйти на улицу, быть вместе рядом с народом и строить заодно новую партию с новыми, в скобочках, старыми принципами. Ну, еще немножко все-таки вернемся к этим временам. Но я хотел бы вас спросить, вы считаете, участие в протестах – это главный маркер оппозиционности? То есть, так, когда оппозиционная партия в нынешних условиях не участвует в протестах, это выглядит очень так подозрительно, да? Социалисты в свое время пришли к власти, потому что они были партией улицы, вот так называемые. Мы были на Какие улицах. Какие времена? Когда против Похотнюка. И вы имеете в виду после 16-го? Когда были на улице, были партии улицы, мы боролись на митингах, собирали огромные марши, огромные протесты в центре города Кишинева. Сейчас, к сожалению, почему-то это время ушло, и просто хорошо сидеть в депутатском кресле, но удобно. Ну, как-то стыдно становится, когда ты смотришь, как пинают людей, а ты себе просто сидишь и со стороны наблюдаешь. Как рано или поздно эта последняя капля, думаю, появится не только у меня, но и других моих коллег. Я думаю, что к нам еще будут присоединяться и двигаться вперед. Все-таки не могу не спросить. Вы сказали, что почему-то социалисты не присоединяются к протестам. Наверное, вы не особо не хотите встревать в прения с ними, но тем не менее, почему социалисты не участвуют в процессе? Как вы для себя объяснили вот этот момент? Потому что этот вопрос мы все задаем, и эксперты, и те, которые наблюдают за политической жизнью, мы постоянно себе задаем этот вопрос. Ну, есть несколько ответов. Я не хочу говорить именно свои мысли, потому что придется где-то частично обижать моих бывших товарищей, там осталось много моих друзей, но официальная точка зрения
не выходят на протесты, потому что с точки зрения руководства партии эти протесты ничего не решают. С моей точки зрения, что-то изменить можно только благодаря огромным массовым протестам. Только когда объединятся все оппозиционные силы, несмотря на партии, несмотря на левые или правые, только тогда можно будет что-то изменить, как и получалось, кстати, когда были... А, кстати, вы предлагали это, будучи в партии социалистов, да, во фракции? Предлагали, да, конечно, протесты? Конечно, И не я один, многие предлагали, многие считают, что надо выйти. И сейчас они считают, что надо выйти. Посмотрим, 7 мая, может, сменилось руководство в партии, может, будет другой тренд, может, присоединяться к митингам Пендру Попору и пойдут вместе с народом. Я, конечно, понимаю, что, и многие с этим согласны, что иногда нужно выходить из политической партии, но вот эти действия социалистов, которые сразу же захотели запретить выход из фракции, фракции, когда принимается такое решение, и отнимать мандат. Вот ваше мнение по этому поводу. Это, ну, понятно, что это против ваших интересов, но в принципе это правомерный подход или такое нельзя делать? Если этот вопрос будет в повестке дня, в чем я сильно сомневаюсь, я не против даже поддержать его. Не прям секрет, но, к сожалению, у нас в парламенте, к сожалению или к счастью, стресс с какой стороны смотреть, в парламенте, я думаю, более 2/3 депутатов, если не 80-90% подавляющее число, которые в свое время сменили партию. Это в том числе и мои бывшие коллеги-социалисты, это в том числе и многие члены партии. Времена, да, я же говорю, постараюсь без фамилии, так культурненько пройду. Многие члены партии ПАС, которые состояли в одной, в двух, в трех, даже вот один из товарищей, по-моему, в пяти партий состоял. То есть это... Если, да, мы говорили о нем до начала передачи. Я же говорю, без фамилии. То есть и рано или поздно как-то есть свои внутренние принципы, внутренние идеи, идеологии. Когда вступаешь в партию, я сейчас о себе, кстати, расскажу заодно и, может быть, и поясню, открою скобочки. Когда ты вступаешь в партию, которая разделяет твои внутренние принципы и идеи. Вот я вступал в свое время в партию, которая выступала за Евразийский союз, ну, тогда Таможенный союз назывался, за русский язык официальный, за молдавское православие, за борьбу на улице. Это была партия борьбы, которая, к сожалению, с годами это чуть-чуть пропало. Может, набрался какой-то уже политический... Это партия коммунистов? Это была. И коммунисты, и социалисты. Один в один. Ага. Все начинали с этого, потом это почему-то с повестки дня уходило. Сейчас я своих принципов и идей, идеалы не предал. Я также выступаю и за Евразийский союз, за русский официальный, за молдавский язык государственный, это родной язык моего отца и всех родственников с папиной стороны, за молдавскую историю, за православие, за семейные ценности. Я также продолжаю продвигать свои идеи и принципы более открытые, более прямо, чем вот получалось в последнее время у социалистов. Последний вопрос по социалистам. Все-таки там произошло серьезное изменение. В какой-то степени господин Дадон вернулся в лоно партии, стал секретарем генеральным. Как это, вы думаете, скажется на партию социалистов? Скажется это с положительной точки зрения? То есть они, это, я имею в виду, будут участвовать в протестах или нет? Нет, это сказалось с огромной положительной точки зрения, потому что если бы Игорь Николаевич не вернулся, я с уважением к нему отношусь как к президенту и как к человеку в том числе тоже. Если бы Игорь Николаевич не вернулся в руководство партии, выходы бы продолжались, они были бы более массовые, чем сейчас. То есть они, я думаю, будут и дальше, но уже не такие массовые, как предполагал Ильисин и Мичалис. То есть он еще авторитетный человек. Он авторитет имеет огромных партий социалистов, поэтому выходы, если вы заметили, с его возвращением, и остановились. Заметили, потому что да. Смотря, люди хотят обратить, будет ли что-то новое, вернемся ли мы к своим истокам, с чего начинали. Если вернется партия к своим истокам и будет отстаивать те же принципы, о которых я говорил чуть ниже, то, я думаю, может и выходы остановятся. Если партия будет дальше сидеть, хотел сказать, жевать, сидеть в траншее, скажем так, то, я думаю, выходы продолжатся. Потому что партия должна быть или с народом, или она рано или поздно уходит с политической сцены. Понятно. Теперь... По вашим политическим опциям, скажем так, вы выбрали присоединиться к движению «За народ». Ну, это понятно, потому что это движение ратует за протесты, участвует активно в протестах. Все же она ассоциируется с партией Шором, с Илоном Шором. Я хотел бы вас спросить, вас это не смущало?
потому что, ну, по отношению к господину Шора есть, мы знаем, у многих есть отрицательные отношения. В принципе, на вас это, и многие вас обвиняли даже в этом, что вы связаны с партией Шора. Это для вас не проблема? Не смущало, конечно, изначально, поэтому это и не наступило раньше. То есть это накопительный был эффект, когда вот ты смотришь каждый день, протесты, мы сидим. И у многих так. Тем более меня лично смущало, потому что в Вельцах, когда были выборы, на которых я считал, что я практически примар, вот последний, пришел кандидат от Шора, и он выиграл, и за него проголосовал наш электорат, социалистический, извините. Полностью наш электорат перешел и проголосовал за него. Меня это дважды смущало, потому что я это испытал на себе. И это был мой, скажем так, один из самых... А, тогда вы были против этого, понятно. Вы боролись просто... Я тогда был кандидатом в примарию, Бельцы, кандидатом в примарию, пришла Марина на последний срок. Конечно, я это переживал очень тяжело, и боролись против них, и боролись открыто, и до этого, но... Ну, вот, по-моему, вы боролись более честно, чем некоторые другие. Ну да. Но в конце, да, когда было видно, что полная потасовка, уже лучше остаться на стороне закона, чем потом пойти на сделки с совестью, которая рано или поздно все равно укнется или на мне лично, или на других бы кандидатов от той партии, которую я представлял. Поэтому я считаю, что решение было правильное. Но с учетом, что у нас на данный момент никто не занимается уличными акциями, протестами, никто открыто на улице не борется против ПАС и против Майя Санду, то присоединился к тому движению, которое этим занимается. Этим занимается движение «Пентру Вапор», куда входит несколько партий, в том числе и партия Шора, которая практически возглавляет это движение, был инициатор. Сейчас мы работаем вместе с ними, но должны построить две параллельные партии, которые у нас разный электорат, разные взгляды, разные геополитические взгляды, разные внутренние взгляды. Ага. Поэтому вот на протестах интересно. Мы должны быть вместе, потому что на протестах... Но я был бы очень рад, если бы на эти протесты присоединились и партии правого толка, в том числе и унионистского. Потому что ПАС и Майя Санду – это враг для всех должен быть. И на этих протестах должны объединиться все, несмотря на какие-то политические предпочтения. Когда вы говорите о протестах, имеете в виду 7 мая, следующий протест? В том числе 7 мая и те, которые, если будут последующие, в том числе и последующие. Вы там будете участвовать? Да, конечно. Понятно. Раз уж мы заговорили про партию Шора, еще один вопрос я позволю. Сегодня было принято решение о лишении депутатского мандата. Вы, кстати, были на заседании? Нет, пока. В апрель мы полностью занимаемся строительством партии. Мы очень сильно хотели бы ее до мая успеть зарегистрировать, но пока не вкладываемся в сроки. Ага. И как к этому относитесь, к лишению депутатского мандата? Многие говорят, юристы, что это в принципе незаконно, хотя есть прецедент Филата. Я не думаю, вот с моей точки зрения, что это... Я не знаю лично его точку зрения, это мои предположения, что это как-то задело, с учетом, что Шор все равно на заседание парламента ни одного не было, и не ходил, и, насколько я понимаю, и не думал возвращаться пока на заседание парламента. Поэтому это больше как прецедент надо воспринимать и смотреть, какие будут последствия дальше. На нем и на партии, думаю, это не особо отразилось, чтобы еще не получилось, что партия еще за счет этого наберет еще себе пару процентов или десятков процентов, так как у нас в Молдове любят тех, кого обижают, особенно если эти люди борются и борются против, открыто против власти. Это больше где-то политический, знаете, политическая месть, которая уже не раз у нас была в Молдове, особенно в последнее время, я думаю, и не раз еще будет. Да, по отношению к Шору со стороны власти, а по отношению к вам вы чувствуете какое-то желание вам отомстить со стороны власти или со стороны? Сейчас в мае вернусь в парламент, посмотрю, пока спокойно. То есть вы пока что когда не общаетесь? Да, как зарегистрирую партию, вернусь. Со своими коллегами, со многими общаюсь, поддерживаем нормальные дружеские отношения, потому что я всегда считал, что политика – это отдельно, дружба или какие-то другие отношения – это отдельно. То есть они не должны смешиваться, и пытаюсь и дальше разделять эти принципы и дальше по ним работать. Вы вышли из партии социалистов, и после вас вышла из партии Ирина Елозаванна. Вы единомышленники? Да. Мы и до этого не раз общались. А почему не вышли сразу, вот позволю себе такой вопрос, а так по очереди? Как думаю, вы? Ире было интересно посмотреть, как я это переживу. Она все-таки женщина, девушка, по-другому чуть воспринимает. Ну, как это. Мне кажется, на нее тоже надавили. И было довольно сложно. Как вы думаете, продолжатся вот эти выходы? Они приостановлены, да, особенно после возвращения господина Дадона. Как вы предвидите перемещение? Я думаю, что не продолжится, и не факт, что именно в наше новое движение, которое мы делаем, не только у него, потому что, к сожалению,
в партии социалистов сейчас большой разлом, который чувствуют все члены партии. Угу. Если у Игоря Николаевича получится как-то удержать, то это будет чисто его заслуга. Но тяжело. Ну, тяжелый момент сейчас в партии. Пожелаем им успеха. Да? Да. Теперь вы сказали, что инициируете создание партии. Вы даже поставили себе сроки до 30-го, так называемый дедлайн. До 30 апреля вы должны собрать весь пакет документов для того, чтобы представить в Министерство юстиции и зарегистрировать политическую партию вместе с госпожой Лозован. Очень интересно, как вы думаете, сумеете, во-первых, успеете ли до 30-го? До 30 апреля, к сожалению, не успеваем. Мы очень хотели. А в чем проблема, кстати, в таком процессе? Там больше чуть проблема юридическая, потому что подписи собираются легко, сейчас их необходимо чуть больше 1000 собрать. То есть с подписями проблем никаких нет. И в Бельцах, и в районе, в Кишиневе они собираются легко. Даже не надо палатки выставлять, в офис люди приходят, которые уже вот есть в Бельцах, и сейчас в Кишиневе делают. Люди сами приходят, расписываются, в том числе и те члены, которые собираются в партию вступить. В первую очередь их подписи мы собираем, поэтому... С подписями проблем нет. Там больше проблем где-то с названием, с юридическими какими-то моментами. Вот в это. Рассчитываю. Очень хочу успеть как можно быстрее, потому что как только зарегистрируем, уже можно будет вернуться в парламент и бороться там, в том числе и на трибуне. Как я говорил до этого, я не считаю, что сейчас парламент что-то решает, оппозиция в парламенте, вернее, что-то решает. Но использовать его как трибуну для акции протеста, которые проходят на улице, надо, потому что там чуть другие зрители, по-другому смотрятся и так далее. То есть вы хотите вернуться в парламент как один из лидеров, мы не знаем пока что на какой позиции, но одним из лидеров нового движения, да. И там парламент это будет трибуна, а улица это будут действия, потому что в парламенте действовать пока невозможно, и не думаю, что скоро получится. Господин Нестеровский, у меня есть определенные сомнения по поводу успеха вашей операции, потому что вы заявили, что эта партия будет ратовать за хорошие отношения с Россией. Это, как мне кажется, для нынешней власти это немножко неудобно. Поэтому, как вы думаете, не возникнут у вас сложности в процессе регистрации? Вот посмотрим. Вот за это чуть... Поэтому мы пытаемся сделать все, чтобы так было точка к точечке, чтобы не было к чему прицепиться. Вот я же говорю, поэтому и чуть-чуть и тормозит все. Но хорошие отношения с Россией, как и со всеми нашими тормозите соседями. Вы или тормозят они? Мы еще не знали документы. Хорошие отношения со всеми соседями, это в нашей программе было, есть и будет. То есть мы должны дружить со всеми, с Румынией, с Украиной, в том числе и с Российской Федерацией, как одним из основных наших стратегических партнеров. То, что нынешняя власть, с ними умудрились разругаться в пух и в прах, чуть ли не объявив дипломатическую войну, и непонятно еще к чему это приведет. От этого страдает только народ. Я не думаю, что вот руководство ПАС от этого сильно страдает, у них все хорошо. А народ страдает, и каждый это чувствует на себе. Каждый чувствовал зимой вот эти цены на газ, на электричество. Каждый чувствовал эту огромную инфляцию, самую большую в Европе. Недавно, кстати, читал интервью в Басеско, когда он в Болгарии находился, в Бразилии находился. Он сказал, что вот у Румынии во время вот военных действий на Украине, наоборот, все хорошо, экономика растет, все отлично, они двигаются вперед. У нас, к сожалению, на тех же условиях, что и в Румынии, даже, может, у нас более лучше были, потому что мы нейтральная страна, и не должны были вмешиваться в конфликт, прямо катастрофа, это огромнейшая, которую мы вместе с вами переживаем и вместе все чувствуем. Вы сказали, что как бы у вас определенные геополитические различия, например, с партией ШОР, не только ШОР, но вот можно как-то более детально рассказать, в чем специфика вот вашего геополитического подхода, потому что, когда говорят в нынешних условиях, что партия ратует за хорошие отношения с Россией, это, с одной стороны, вроде бы естественно, но, с другой стороны, это всегда и вызывает у некоторых раздражение. И в чем отличие от других партий? Идеология, которую мы используем при написании программы «Устава» и всего остального, это социал-консерватизм. Мы собираемся разделять это семейные ценности, православие, молдавский язык, русский язык официальный, молдавская история, государственность, единая Молдова и многое другое, что разделяют практически все нормальные граждане нашей страны, которые хотят объединения. Для того, чтобы мы объединили свою страну, это основная наша задача, должна быть основной задачей для любого правительства, любого правителя, он войдет тогда в историю, мы должны поддерживать хорошие и отличные отношения, в том числе, в первую очередь, с Российской Федерацией, потому что она имеет огромное влияние и внутри нашей страны, и в том числе и в Приднестровском регионе.
Наша основная задача – объединить нашу страну. Это мы можем сделать с помощью, чуть ли не только с помощью Российской Федерации, мирным путем, еще раз подчеркну. Вторая наша основная задача – сделать так, чтобы граждане наши хорошо жили. То есть я очень я очень волнуюсь за Украину. У меня там много родственников, да, двоюродные братья, двоюродный брат, две двоюродные сестры. В России два двоюродных брата, две двоюродные сестры. С моей точки зрения, то, что сейчас происходит на Украине, это огромная трагедия русского и украинского народов. Огромная трагедия, и эту рану будут долго залечивать. Но мы, молдаване, мы в первую очередь живем в нашей стране, вне зависимости, на каком языке мы говорим. Мы должны любить нашу страну и должны заботиться о ней. Наша основная задача – сделать так, чтобы Молдова жила хорошо, и каждый гражданин жил хорошо, и его жизнь каждым днем хоть чуть-чуть, она улучшалась. Для этого мы должны поддерживать отличные отношения с Российской Федерацией, потому что очень много зависит, я говорю, как цены на энергоресурсы, там очень много наших граждан, 300-400, там 500 тысяч практически живет. Туда наша плодовочная продукция практически вся приходит. Уходит. А мы умудрились разругаться и этим самим себе сделать проблемы. Не с нами ругались. То есть мы идем на конфликт. Мы провоцируем. Это неправильно. Я приводил... Вчера была передача на ТикТоке, кстати, веселый, интересный. Впервые попробовал. Я приводил пример Грузии. Вот это страна, которая вот находится в подбрюшке России, которая воевала с Россией в 2008 году, которая потеряла часть своих территорий. И даже вот Грузия вот в это время умудрилась занять нейтральную позицию. Вот она нейтрально получила страна, она не вмешивается ни в конфликт, она ни одну, ни другую сторону не принимает. И экономический рост СНГ, в бывшем СССР, у нее самый большой на данный момент. То есть этим должны были заниматься и мы. На счастье, друзья, страна. Они находятся чуть дальше от этих событий и могут себе, наверное, это позволить. Но у них больше проблем было, скажем так. Но у них была война с Россией, да, это в 2008-м. Вы говорите про партию. Вот скажите, пожалуйста, кого вы видите членами партии, лидерами партии? Вот когда вы выходили из партии, после вас, вашему примеру, последовали некоторые молодежные организации из Бельц, насколько я понял. Потом вышли примары, там, местные советники. Вот как вы будете расширять ряды партии? Вот те, которые вышли, они перейдут на вашу сторону? Часть примаров, которые вышли, большая часть, подавляющая, которые вышли, будут с нами вместе в новой партии. Мы поддерживаем отношения, мы с ними связаны. Будут это еще... северные районы, да, в основном. Да, да. Будут еще выходы и примаров, и районов на данный момент. Из тех, кто хочет к нам присоединиться, у нас дверь открыта, мы ждем всех и приглашаем когда всех. Когда вы так говорите социалистам, наверное, это не очень нравится. Думаю, что не только социалистов. Угу. От любых партий мы ждем... Есть даже один примар, который был выбран от блока АКУМ, к нам присоединиться, будет вместе с нами работать, потому что разделяет наши цели и взгляды. То есть сейчас готовим, после 1 мая мы вернемся к этому вопросу. Сейчас у нас две... Не можете раскрыть там скобки? Не буду, кто, да, не буду говорить фамилии, но знаю, что, будет все хорошо. И на севере, и на юге, и в центре. То есть присоединятся люди, которые уже в политике. И с мая то есть месяц... по людям видно, что у вас север так хорошо, север, да, получше, а юг как? Потому что мы с севера. Юг пока не трогаем, у них выборы в Гагаузии. Пусть разберутся со своими выборами, после выборов будем разговаривать. Ну, раз вы затронули, не могу не спросить, как вы думаете, кто там победит и как будет развиваться? Не знаю. Если честно, то есть я родом из Бельц. Карта о хороших отношениях с Россией там разыгрывается для вас. Хорошо разыгрывается. Я родом из Бельц, я не первый год в политике, я всегда с интересом наблюдал гагаузские выборы и никогда не мог их предсказать. То есть я отлично помню, когда партия Игорь Николаевич Дадон на президентских выборах брал в Гагаузии 99%, и через две недели там проходили местные выборы, и социалисты из 35 мандатов брали 5. То есть гагаузский выбор очень сложно предсказуемый. И я насколько и из тех граждан, которые туда ездили и были в Гагаузии, там даже чуть-чуть другой менталитет. Он отличается от нашего северного. Там другой менталитет, там чуть-чуть другие люди. У нас они погорячие, да? Да. У нас маленькая такая Молдова, но с разным менталитетом, с разными взглядами, с разными чуть-чуть даже при выборной кампании, потому что за Гагаузию я предсказать прям не могу. Смотрю, главное, основная задача, чтобы выиграл человек, за которого действительно проголосует население. Очень страшно, чтобы не получилось так, как вот было в Бельцах. Я хоть и проиграл те выборы, но я считаю крайне несправедливо.
снимать с выборов человека, который выиграл, за которого проголосовало практически 50% бельчан. И вышло так, что у нас кандидат, ну, мэром стал человек, за которого проголосовало 7% избирателей. То есть это крайне неправильно. Вот основная задача сделать так, чтобы в Гагаузии стал башкодом тот человек, за которого проголосует действительно народ. Все, а там уже кто будет, тот будет, с тем работать и будет. Понятно. Вы сказали, что вот ваш, при создании политической партии, на которой вы работаете, вам помогают очень хорошие специалисты. Ну, когда говорят так про партию, которая ратует за хорошие отношения с Россией, сразу думают про каких-то политтехнологов мифических, которые дают очень такие сомнительные советы. Ну, есть такое у нас такое видение. Как на самом деле все происходит? Я сейчас расскажу, это где-то интересно, может даже вызовет улыбку у кого-то. Я считаю, что в политику должны прийти, в том числе на республиканском уровне, должны прийти новые лица. Я считаю, что и лидером должен быть новый человек, должно быть новое лицо, которое в политике не сильно замешано. Должны прийти новые люди с новыми взглядами, с новым принципом. Например, вот программа нам пишет парень, которому там 31-32 года. Вот человек пишет программу, занимается у нас идеологией. Он отличную программу, отличная получается. Нет, он не работает политологом, да, экономист больше. Да. Да, он не занимается политикой, он не ходит на передачи. Он пишет программу, мы на своем вот предварительном совете, который у нас уже есть, выстраивается. Он ее читает, мы ее обсуждаем, она нам всем нравится. Да, отличная программа получается. Вот пришло время дать дорогу другим людям, там в первую очередь где-то, может, и молодым. Пусть 30-летние сейчас приходят и борются за нашу страну и за свое будущее. Вот. Поэтому и в том числе и Кишиневский, вот лидер, который у нас появился, парень, бывший вице-премьер, это парню 32-33, не помню сейчас точно сколько лет, молодой парень. Вот эти люди сейчас должны приходить, управлять страной, управлять городами, селами, потому что они строят наше будущее и строят в первую очередь и свое будущее. Поэтому дорогу им будем поддерживать, подталкивать, где надо, подставлять плечо. Да. Поэтому ждем тут молодых ребят. Тут у меня появился мимоходом другой вопрос. Вот вы сказали про Кишинев, лидер. Но у нас будут местные выборы, скорее всего, в осенью. Я говорю, скорее всего, потому что, думаю, может быть, будут и досрочные как-то параллельно. Есть надежда так. Да, как бы. И как с бельцами будете поступать? Вы из бельц, вы там все-таки авторитетный политик. С другой стороны, вы сказали, что руководит сейчас бельцами человек, который получил всего лишь 7% от общего числа. Ну, так сложились обстоятельства. Наверное, партия ШОР захочет сказать свое веское слово, все-таки вернуть себе как-то бельцы. Вот как вы видите там ситуацию? Мы будем участвовать в выборах и в бельцах, и в Кишиневе. Будет кандидат там и там. Угу. Кто и... решим позже, когда вот разберемся с юридическим моментом. Понятно. Последняя ваша инициатива, она такая интересная, особенно для... ну, части публики в Республике Молдова, вы вместе с Ириной Лозаван зарегистрировали в парламенте законопроект о придании русскому языку статуса официального. Ну, и призвали других избранников поддержать. Ну, мы знаем всю эту историю. Он был, у него был у русского языка официальный статус языка межнационального общения. После этого этот статус признали устаревшим. После этого, когда пришли социалисты, то есть вы были в том составе, вновь вернули этот статус, приняли закон, потом этот закон опять убрали, и сейчас статуса как такового нет. Но это рискованная инициатива, принимая во внимание, кто во власти, как вы пришли к этой инициативе, и как вы думаете, все будет развиваться, кто вас поддержит? Я отвечу как политик и как человек заодно. Как политик, мы конституционалисты. В Конституции прописано, что русский язык является языком официальным межнационального общения. Значит, так должно быть. В Конституции написано, что государственный язык – это молдавский язык на основе латинской графики. Значит, так должно быть. Что бы мы ни собирались делать и не будем делать дальше, мы будем в первую очередь делать ради нашей страны, ради Молдовы, потому что наши... граждане, наша страна должна быть превыше всего, превыше всех интересов. И эти два закона, это про русский, про молдавский, мы сразу два зарегистрировали, в первую очередь идут во благо нашей Родины, во благо нашей стране. Так будет лучше и легче нашим гражданам.
Ваш родной язык молдавский, мой родной язык русский. Да, я не буду вас поправлять. Кстати, я считаю, я могу назвать его и румынским, но пока, когда я вижу, как они, политики во власти, ведут себя по отношению к Конституции, то я считаю, что пока наш язык молдавский, потому что неправильные были приемы для того, использованы для того, чтобы... Тогда я сделаю отступление более человеческое, вернусь назад. Мой отец молдаван, который родился в Молдове, мама с Одесской области русскоязычная, русская. Мой дедушка, бабушка, все молдаване, я жил в молдавском селе, в Рюцелах. Привет моим односельчанам, мы прекрасно со всеми общались. Я на русском, они на молдавском, мы прекрасно друг друга понимали. Родной язык матери является родным языком ребенка, думаю, во многих семьях, так? Вот мой родной язык моей матери. Поэтому я на русском и говорю. Но в то же время я воспитан полностью в молдавской культуре и всегда жил в кругу вот молдаван, и никогда никаких проблем не было. Я воспитан, мне отец любил очень сильно рассказывать сказки детям перед сном. Я воспитан на сказках об Фейфрумосе и Ляна Косинзяне. А на каком языке? На русском. На русском. Папа рассказывал, потому что с мамой тоже по-русски говорил. И он любил, он красиво рассказывал. До сих пор у меня, думаю, у сестры моей это воспоминание сохранилось на всю жизнь. Перед сном он нам рассказывал сказки, сам засыпал, мы внимательно слушали, будили его, чтобы он рассказывал дальше. Это молдавская наша родная, наша культура. Он же рассказывал мне сказки об Иван-Царевиче и Сером Волке. Это уже русские. То есть это вот наше. И отец был настоящим молдаваном. Он гордился историей Великой Отечественной войны. Он мне рассказывал про наших героев Великой Отечественной войны, про Солтеса и многих, многих других. Это все я впитал от него. Это, я думаю, что много нас таких в стране, которые это впитали от своих родителей, которые знают и привыкли к тому, что молдаване, русскоязычные, всегда жили в мире, в согласии, никогда никаких проблем не было. Вот нам это и надо сохранить, это наша молдавская родная, кровная идентичность. Какие бы нации ни были, мы всегда живем в мире, в согласии, все друг друга понимаем. И билингвизм в нашей стране очень сильно развит, когда вот тебе говорят по-русски, ты отвечаешь на молдавском или наоборот, то есть никаких проблем не было. Все друг друга понимают. Сохраняем нашу идентичность, наш мир в стране и наш порядок. Я не буду возвращаться к историческим истокам молдавский или румынский язык, но я хотел бы задеть другую часть. Не хочу вспоминать там решение ЮНЕСКО, где написано, что молдавский, что на другой язык и так далее. Хотел бы подчеркнуть следующую часть. К сожалению, мы, молдаване, на каком бы языке мы ни говорили, мы с каждым годом чуть-чуть, по капельке теряем свою государственность и теряем свою идентичность. Если в 91-м году все гордились, что они молдаване, что говорят на молдавском, в том числе и мой отец, и многие-многие другие, то, к сожалению, через 30 лет молдавская нация потеряла свой родной язык. Она стала его называть румынским, потому что нам 30 лет это вдалбливали со всех экранов. Дети учат в школе румынский язык, и то, что изучают в школах, то и дальше говорят. Сейчас потеряли язык. Дети также в школах активно... Ну, очень... так, название. Потеряли. Название языка, да, извините. Да. Сейчас в школах активно изучают историю соседнего государства. Это единственная наша страна, где мы не изучаем историю своего родного края, а изучаем историю соседней страны. Рано или поздно, если это продолжится, мы потеряем и государственность, потому что скажут, ну, мы что, мы молдаване, мы румыны. Но в школе историю румын изучают. И в первую очередь название языка надо было сохранить ради нашей государственности, для того, чтобы наша страна крепла, росла, процветала, чтобы сохранить нашу культуру и культурную связь. Молдавский язык должен быть в молдавском государстве. Я приведу один из примеров, может, даже наших соседей, это бывшие югославские страны. Они все говорят на сербско-хорватском языке, там один язык, они все друг друга понимают. С маленькой небольшой разницей, как мы, вот, как молдаване и румыны. То есть есть тоже маленькая небольшая разница в молдавском и румынском языке. Но в каждой стране он называется в Боснии боснийский, в Сербии сербский, в Хорватии хорватский, в Словении словенский. Но они, наверное, больше патриоты. Это их основа государственности. Язык – это основа государственности. Стол вокруг всего крутится, где все у государств, тем более европейского континента. Вот молдавский язык – это основа нашей государственности, вокруг чего крутится, должна была крутиться и наша страна. А мы и название языка потеряли, и вот сейчас и историю соседнего государства изучаем. Это очень опасный прецедент, а мы должны сделать все для того, чтобы наша страна сохранилась независимой и сильной. И вот в первую очередь для чего язык должен был остаться молдавским. Но ваша инициатива касается только русского и возвращения молдавского. Два законопроекта. Один касаемо официально русского, другой молдавского языка и молдавской истории. Два отдельных законопроекта уже зарегистрированы. Ну, возвращаясь к
к русскому языку, ну, даже и касательно и законопроекта по молдавскому языку, как вы думаете, каковы шансы, кто поддержит, кто, ну, я думаю, власть с этим не согласится. Как вы расцениваете и надеетесь, будет, поведут себя социалисты и партия ШАР? Вы с ними общаетесь на эту тему? Или еще нет? Я предложу на заседание парламента и посмотрим, кто поддержит. То есть это будет открыто и будут видеть все граждане. Я, к сожалению, я понимаю, что мало шансов, что пройдет, что один, что другой законопроект. Но мы должны капать, как говорится, вода камень точит, рано или поздно должны своего добиться. Потому что это для нас, для нашего будущего, для будущего нашей страны и спокойствия в нашей стране. Здесь рано очень интересно, как себя поведут социалисты. Я предполагаю... Мне тоже интересно посмотреть. Я думаю, что поддержат. Ну, могут из вредности не поддержать, но тогда это будет странно. Странно с их стороны. С точки зрения политической, вот если не поддержат, будет непонятно. Может, поддержат и помиримся, перестанут обижаться. Ну, будем надеяться. То есть вы идентифицируете себя как молдавинист, который ратует за такую связку молдавский язык с названием молдавским. Это государственный язык, а русский язык – это язык межнационального общения. То есть, больше идентифицирую как государственник. Не молдавинист, а государственник. Да, молдавинист было бы правильно, если бы я это говорил на молдавском языке. Вот я тогда могу сказать, что я молдавинист. С учетом, что я говорю на русском, я вот в первую очередь государственник, который ратует за молдавский язык как основу нашей государственности, вокруг которого происходит все, культура и все наше будущее. И за русский язык официально для нашего мира, и чтобы гражданам лучше и хорошо жилось, потому что есть очень много случаев, как ко мне на прием приходят, когда пытаются в суд написать заявление на русском языке или в какие-то другие службы, и просто не принимают и заставляют граждан идти к переводчику или еще чем-то заниматься. Это усложняет жизнь наших граждан. Чтобы легче было жилось, должно быть молдавский государственный, русский официальный второй. Вас могут обвинить в том, что вы как сеете рознь, потому что затрагиваете вот эти очень деликатные вопросы идентичности и молдаван, и русской общины в Молдове. Но, с другой стороны, вроде бы как не вы начали эту, мы, наоборот, эти действия. За то, чтобы все было мирно, красиво и хорошо, потому что так написано в Конституции. Мы должны соблюдать полностью нашу Конституцию, наш основной закон в Республике Молдова. Объясните мне, пожалуйста, тогда, почему ПАС пошел на этот шаг, и они вот так резко, ну, убрали, можем сказать, из Конституции, хотя, я так понимаю, все-таки как-то эта статья странно переписана. Странно убрали, да, типа да. Конституция осталась, и в законе но все нет. Же, и не пошли по пути референдума, что было бы логично. Я могу, в отличие от вас, признать, что можно использовать и название рубинского языка по отношению к нашему языку. Для меня, возможно, это не принципиально, потому что это название. Да. Язык тот же, но его можно назвать и так, и сяк. Но раз в Конституции написано молдавский, давайте менять Конституцию по закону. Да? Вот для меня принципиален этот юридический момент, а не идентитарный. И вдруг мы видим, что ПАС, который не всегда действует согласно закону, посчитала нужным и здесь нарушить закон. Вот почему они идут по этому пути? К огромной печали граждан Республики Молдова. Партия сейчас, к власти сейчас пришла партия, которая выступает за разрушение нашего государства и государственности. Они отменяют язык, они отменяют наших друзей, они ссорятся с нашими соседями, они собираются отменить наш нейтралитет, они издеваются над нашей Конституцией, они подняли цены на все. У нас самая огромная инфляция. Они закрыли, по-моему, уже 7-8 телеканалов. Они собираются закрыть средства массовой информации. У нас вводится диктатура ПАС, людей, у которых основная задача – уничтожить нашу страну и наше государство. Именно поэтому надо выходить на улицу и бороться. Если ты сидишь дома, то через 2-3 года, а может и летом, мы можем остаться без нашего государства и государственности. А почему летом? Ну, непонятно, что они там 21 мая еще замутят, извините за сленг. А вы туда пойдете, кстати, 21 Нет. мая? Нет. Потому что есть партии, которые... Вот партия ШОР собирается туда прийти. Тоже интересно, что там они будут делать. Ну вот посмотрим, чем это закончится. А как митинг так называемого Великого национального собрания может лишить нас государственности? Ну, сейчас они не буду я им подсказывать. Да, потом лучше. Отвечу, если можно, то после, вдруг после им идея, факта. Да, и вдруг им идея понравится. Но вы считаете, что этот митинг будет удачным для них? То есть они что-то получат от этого митинга? Им
Я очень сильно надеюсь, что это им надо только для картинки. Хотя, может быть, и не так. Если это надо только для картинки, они свезут всех вот, государственных работников, госслужащих, администрацию, и картинку они сделают себе со спокойной душой. Если это для там картинки. Надо будет вырезать из картинки, потому что если будет и партия Шор, и партия Кико, они что-то будет там креять. Там Кико уже отказался, по-моему. Ну, да, хорошо. Да. Поэтому, если это для картинки, картинку не сделают. Ну, не дай бог, там какие-то другие цели, тогда это будет опасно для нашей страны. Страны и очень сильно. Да. В последнее время мы замечаем такие довольно антироссийские заявления и действия со стороны властей. Был выслан дипломат в аэропорту, вы знаете, этот случай с президентом Татарстана, и проблемы возникли у российских дипломатов там. В ответ Россия применила, ну, некоторые говорят симметричные, другие говорят асимметричные действия. Выслала дипломата и запретила въезд страны некоторым видным нашим деятелям. Вот как вы видите отношения Молдовы сейчас с Россией? Они в критической точке? Мы перешли красные линии? Или все же это скорее некая дипломатическая игра, которую можно будет потом решить при случае удачно для всех? Я вообще не понимаю, зачем злить медведя и дразнить? Зачем? Зачем мы все это делать? Тоже... То есть я могу объяснить, зачем им там... А зачем, да, объясните. Им сказали, они делают все. Европа сегодня, по-моему, борили, или кто-то с утра успел опять прочесть, что типа у нас мир фрагментирован. То есть Европейский Союз с нами может быть только те, кто выступает за, против России и против Китая. То есть это крайне неправильно для нас, для нейтральной страны. Мы должны сохранять отличные отношения со всеми соседями и думать в первую очередь о нашем народе. Я уже раза три, наверное, четыре это говорил во время сегодняшней передачи. К сожалению, правительство ПАС и Майя Санду делают все, что ей скажут заокеанские или европейские ее партнеры. Назовем это так культурно, чтобы никто не обиделся. А это идет во вред нашей страны, и во вред нашим гражданам, во вред нашей государственности. Это крайне неправильно. То есть зачем было ругаться с Россией, с президентом Татарстана, когда этот человек в Гагаузию не вкладывали, они в медицинское оборудование привозили, работали со школами, собирались открыть предприятия, чтобы были рабочие места. Он приехал заниматься экономикой для того, чтобы нашим гражданам лучше жилось. Нет, взяли, развернули, отправили человека домой, разругались с дипломатами, наехали на дипломата, выслали непонятно зачем дипломата, сами не пустили президента Татарстана, еще и дипломата вслед отправили. Мы провоцируем. Зачем? Для чего? Но мы перешли красную линию. Или... Я думаю, что мы нет, а правительство ПАС давно это сделало. Просто в случае каких-либо экстренных событий, вот так мы скажем, что без громких слов, многие из пасовцев сядут на машину или на самолет и быстренько уедут куда-то далеко. Угу. А нам здесь дальше жить и нашу страну отстаивать. То есть они, ну, не все уедут, я думаю. Ну, некоторые не успеют, да. Они не думают о будущем нашего государства и о своем будущем здесь. То есть они не собираются здесь дальше жить. А мы собираемся здесь жить и строить нашу страну. Поэтому мы должны дружить со всеми соседями, с Российской Федерацией, с Румынией, с Украиной, со всеми. Это выгодно нам и нашей стране, и нашим гражданам. Хорошо. А как, что вы думаете по поводу евроинтеграции? Все-таки это национальная идея, она признается не только, скажем, прозападными силами. Некоторые левые силы тоже считают ее главной идеей в Молдове. Вот как к этой идее сейчас относиться и как вы относитесь лично к идее? Я выступаю категорически против европейской интеграции. Я выступаю за то, чтобы наша страна оставалась нейтральной или вступила в Евразийский союз больше, потому что страны, которые вступают в Европейский союз, они... Многие из них, из постсоветских, тем более наших, они лишаются остатков своей экономики, остатков своей промышленности. У нас и так практически ничего не осталось. Сейчас добивает наше сельское хозяйство. Сами видите, эти огурцы по 90 лет, многое другое, чего вот, чем забиты наши магазины. Сейчас проходит процесс, чтобы добить уже сельское хозяйство. И ничего... А этим вы отличались от социалистов внутри партии социалистов? Потому нет, социалисты там... также. Да? За, не, уже, но... за Евразийский союз не прямо особо сильно говорят, но вот и так. Нейтрально где-то больше на данный момент позицию заняли. Про Евразийский союз уже молчат, уже нету ничего такого. У нас самый большой отток населения в мире. Вот это недавняя новость, по-моему, этой недели. То есть у нас больше всего наших граждан уезжает. Остановить отток населения
поднять можно только с помощью того, если заработает наша промышленность, которая когда-то была, которая была знаменита. А восстановить промышленность и сельское хозяйство можно только с помощью России и Евразийского союза, которому выгодно, чтобы наша промышленность здесь работала, чтобы она что-то выпускала, чтобы наше сельское хозяйство что-то делало. В Европе это не надо. У них есть все свое. У них свои яблоки польские, у них свои помидоры испанские и много-много другого. А для Евразийского союза это выгодно, чтобы наша страна развивалась и двигалась вперед. Поэтому мы должны быть там, где нашей стране будет лучше. Ну хорошо, а с Евросоюзом как? Евросоюз я категорически против, потому что он... Против что? Против вступления в Европейский Союз, потому что им от нас надо только наша земля, и чтобы наши граждане уехали в Европу работать. А нам надо, чтобы наша земля оставалась нашей, чтобы здесь была наша промышленность, и наши граждане жили у нас дома на нашей земле. А по поводу нейтралитета, вот вы сказали, что идут какие-то нарушения, вы за нейтралитет. Но вчера Майя Санду в одной из передач сказала, что, ну хорошо, было бы неплохо, ее спросили про НАТО. Да, я тоже смотрел отрывочек. Да, она сказала, что было бы неплохо иметь зонтик над головой, но нас это сейчас не поймут, может быть, через 2-3 года. То есть, в принципе, когда вы говорите, что мы... вроде бы как переходим красные линии, мне это кажется не совсем верно, потому что у этой власти все же есть определенные тормоза, или нет? Нет никаких тормозов. Вы не видите тормозов. Я не буду долго рассказывать, что там через нашу страну могут перевозить ночами в этих больших фурах и так далее. Я не ловил, никого обвинять не буду, мы можем только догадываться. Но вызывает огромное опасение, что у нас под Кишиневом собирается строить... военный полигон НАТО по натовским меркам и лекалам, это огромное опасение вызывает. Вызывает огромное опасение миссия военных наблюдателей с Европейского Союза, которая к нам гражданская. Придет. Я так понял, что все-таки пока что она пока гражданская. Но по вопросам безопасности. Кто там в гражданский костюмчик одет, это вот совсем другой вопрос. Угу. То есть вот это вызывает проблемы. Когда наша страна накачивается оружием, когда под Кишиневом собирается построить базу, полигон НАТО, когда к нам приходит военная миссия в гражданских костюмах, это вызывает много вопросов и опасений. Потому что первое, чего хотят наши граждане, это мира на нашей земле. Это самое главное, что должны сохранить. А мы сейчас даже умудряемся и с этим играть. Не мы, а нынешнее правительство. У меня еще такой вопрос по ПАС, по действиям наших властей. Вот как вы охарактеризуете отношение партии ПАС с народом? Потому что вот я заметил недавно, Дарин Речан говорил, что нам как-то достались не те люди, надо было их перевоспитать все-таки немножко, потому что вот это нас сковывает. И Майя Санду иногда грешит этим тоже. Не совсем понятно, что с этим народом делать. Вот как вы видите? К власти пришли временщики, которые нас с вами, вот народ Молдовы, не считают своим. Взгляды народа Молдовы и ПАС полностью разные. Эти люди как пришли сейчас к власти, так большая часть из них 30% у них все же есть. И уедет за границу. То есть как только власть теряет, они убегают с огромной скоростью. Нам с вами здесь дальше жить, расти своих детей, строить нашу страну. И мы должны заботиться и голосовать, в том числе и на выборы за тех людей, которые здесь живут, здесь выросли и дальше собираются жить. Мы выбрали президента, который работал за границей, премьер-министра до этого, и многих-многих других, которые уже отвыкли от нас, потеряли связь с нашей землей, с нашей страной. У них что-то эфемерное в мозгу крутится, европейские гранты, европейские деньги, американские гранты, деньги. А нам здесь... сажать кукурузу и развивать нашу промышленность. Согласен, но тогда вы должны нам объяснить, вот как вы видите возможность изменения ситуации в Республике Молдова. Протесты, да, я понимаю. К чему они должны привести, как они... С помощью огромных мирных протестов, я каждый раз подчеркиваю слово «мирных», пока не выйдут на площадь представители всех партий и разных взглядов, и левых, правых, и центристских, мы можем добиться внеочередных парламентских выборов, которые могут пройти даже этой осенью. Наша основная задача – добиться внеочередных парламентских выборов и освободить наше государство, потому что на данный момент оно захваченное ПАС от начала до конца. То есть, С помощью мирных протестов мы должны добиться внеочередных выборов парламента и президента. Вот это важный момент, я думаю, объединение. Оно должно произойти, объединение людей, симпатизирующих партии, или сами партии должны призвать и прийти? В первую очередь людей, но, конечно, и партия, потому что зависит. Я в Бельцах проводил не один митинг, особенно в последний год, и против ПАСа, еще социалистом был.
Листовки расклеивал, рекламу делал. К сожалению, большая часть людей, даже Вельцев, вроде город оппозиционный, пасовцы, проходит мимо и смотрит со стороны, думает, как быстрее дойти до дома. Пока простые люди не начнут присоединяться. Ну, в Кишиневе то же самое. Да. Когда, пока простые люди не поймут, что все это предел, мы можем остаться без государства, без ничего, и не выйдут на улицу сами по зову сердца, к сожалению, не получится чего-то добиться кардинального. Наша задача сейчас вместе с движением «Пентропопор» поддерживать, раскачивать, чтобы люди чувствовали, что вот есть митинги, есть люди, которые готовы повести, готовы быть рядом с вами. Вам есть куда прийти и к чему присоединиться. Наша задача показать, что мы есть, мы рядом, мы ждем весь народ Молдовы на наших митингах, на наших акциях протеста, если вы выступаете за нашу государственность и за нашу страну. То есть следующий митинг будет 7-го, да? Да? После этого, ну, какие у вас ожидания? Будет это решающий удар? Потому что я читал, что говорит господин Шор, он обещал такое массовое действие. Если не 7-го, то когда? Или сроков нет? Это будет тогда, когда простые люди сами выйдут на площадь и присоединятся к нам. Пока простой человек. Но вы видите, люди, они готовы к этому сейчас? Некоторые, да. В зависимости, кстати, от региона, от социального статуса, от многого другого. Некоторые, да, некоторые нет. Но я думаю, что еще критичный момент, по моим предчувствиям, еще не настал. То есть еще надо чуть подождать. Еще не наелись. Да, да, еще не наелись. Хотят. Ни мы, ни люди в нашей стране. Господин Несеровский, я хотел бы поблагодарить вас за участие в нашей передаче. На этот раз мы ее провели на русском языке. Это немножко не характерно для меня, но я думаю, что тем более с вами, человек, который продвигает русский язык, нужно и можно общаться вот именно таким способом. Я думаю, наши зрители не обиделись и внимательно выслушали. Благодарю вас и, я думаю, до новых встреч. Спасибо большое. Aici vreau să-mi iau rămas bun de la telespectatori. Subiectul identitar este foarte important. Din punctul meu de vedere, dar cred că toți observatorii politici ai scenei sunt de acord cu acest lucru. Și, din păcate, acest echilibru care a existat în Republica Moldova, cred că în ultimul timp a fost distrus. Trebuie să revenim la un echilibru firesc, normal, iar pentru asta, din nou, politicienii noștri trebuie să dea din coate și cred că inițiativele lansate acum, inclusiv de domnul Nesterovski, sunt binevenite. Aici vreau să vă mulțumesc pentru atenție și să vă urez o seară plăcută alături de cei dragi. Hristos a înviat!